никаких пока эмоций нет. Финиту ля комедия. Голливуд, да, вот отдыхает. Говорим про Лондон, там 2012. Я думаю, что этот тоже недалеко, да, отошел от Лондона и по эмоциям. Никогда нельзя сдаваться, нужно всегда голову вверх держать, и все получится. Бывают маленькие чудеса, и они случились сегодня. Ура! В сантиметре от проигрыша вернули в обратную сторону. Это мощь, как мы говорим. Just to play with these guys, we've become a really close family the last few years, and play for each other, we don't play for anybody else, which is great. It definitely helped in the end, you know, because towards the end of that fifth set, we were all just dead tired. The crowd got into it, and it brings us more energy out there, and we pulled it off. Мы приложили кучу сил. Я знаю, как это все было организовано. Я думаю, этот финал, он для всех реально финал в лучшем смысле этого слова. У нас настолько, наверное, отличные игры, потому что лично я, конечно, не ожидал. Хорошо играл вчера? Что тут еще сказать? Они хорошо принимали, мы нехорошо подавали. Вот и все. Связующий делал, что хотел. My health was not the best. My condition, you know, I couldn't sleep very well yesterday. My baby had the first year, so a lot of emotion on me, you know, maybe made a few mistakes. I said to the guy, okay, we need to keep together and push until the end. And that's how we made it. Действительно, сегодня не получалось ничего и ни у кого. Такие победы важны вдвойне, втройне, поэтому это доказывает, что есть команда у нас. Сегодня действительно каждый нес в лепту, и победа это была не какая-то единоличная, а победа команды. Нам просто сегодня больше повезло. Черентанов сегодня играл хорошо, мы играли плохо. Yeah, shoot, man. They played incredibly well. I don't know if it was nerves or being tired or what it was. We did not play our best. I say just only God, you must give to me this opportunity to win, and this must be right now. I cannot make one more a spike. I cannot make one more recession. Please let me all, and he led to me, so he listened my prayer. The last serve is, you know, the epitome of our team. The top Russian teams is you can never count us out. Anybody can go back to serve and put you in such a tough. Это великий игрок, да, который сделал для Казани очень много, для клуба очень много. Я горд, что я играл с ним в одной команде. Ой, целая эпоха. Действительно, слева клуб выиграл все практически. Это игрок легенда, это лучший игрок в мире, вот. И, к сожалению, это судьба, нужно прощаться, вот. И у него сейчас будет своя дорога, у Зенита своя. Характер у команды, они головой сильные. Они, может, технически что-то не успевают. Головой сильные. Каторжный труд провели за сезон. Непростой хлеб у нас. Вытащили, по идее, проигранный матч. Ну, сколько раз мы выходили из этой ситуации. И были, ну, в нужный момент мы просто спокойнее были. Вот и все. Тяжелый матч был, крайне тяжелый. Конечно, можно подумать, что это чудо, но вера сегодня помогла в нужный момент. Вот. Я счастлив, просто не знаю, что сказать. Как вы это сделали? Не знаю. Круто, да, получилось? Не знаю, вообще нет слов. Просто, как мы уже пошутили, матч достойный голливудского фильма. Осталось только снять. Oh, this was great, man. To be a part of a team that hosted Champions League finals and to win it. I think it was a great game for volleyball. I think it was a great game for this atmosphere, a great game to showcase what the best teams in the world can do. And
And even when we play like crap at times, you know, we're able to turn it around and play off each other and do what we have to do to help the team win. Drink a beer. 100%. No, I fly home tomorrow morning. I'll enjoy those few days at home with my family and my friends, and that first beer is going to taste so good, and it's going to be so fast. Забыть про волейбол и пойти отдохнуть и делать то, что хочется в душе. Начинается официальный отпуск, поэтому действительно очень тяжелый сезон. Много накала, много страстей было, поэтому хочется просто отдохнуть. Я обниму семью. Я надеюсь, они меня дождутся, и я обниму семью, пойду покушаю, сяду обязательно, да, чувством гордости за этот сезон, который реально очень крутой. Мы счастливы быть вместе, но в то же время уже, мне кажется, нас потрясывает друг от друга, да, так что, нет, семья, друзья и теплые края. If you like what you see, subscribe to our YouTube channel and comment below. Thank you. Cool.